На ЛВРЗ накалилась обстановка. В прошлую пятницу в СМИ появилась информация о том, что рабочие хотят выйти на забастовку. Акция протеста так и не состоялась, но причины недовольства остались. Сегодня ситуацию прокомментировал директор завода Александр Маврин. Несколько месяцев назад столкнулись с ситуацией, когда с целью увеличения средней заработной платы за счет естественного оттока ряд коллективов, которые особо связаны с безопасностью труда, то, что нас, извиняюсь, с безопасностью движений, то, что нас и беспокоит, для того, чтобы поднять заработную плату, отказывались от приема людей вместо убывших. Раньше сумма зарплаты зависела от количества сотрудников в бригаде. Именно поэтому опытные сотрудники не обучали новичков, которые были вынуждены увольняться. При этом качество выполненной работы падало. Именно поэтому руководство завода приняло решение перевести некоторые цеха на почасовую систему оплаты. Мы приняли решение для того, чтобы исключить такую мотивацию персонала, перевести ряд коллективов, которые связаны напрямую с безопасностью движения, на фиксированную форму оплаты труда. Скорее всего, это из-за того, что люди опасаются, что потеряют заработную плату. Руководство завода уверено, что опасения напрасны. Несколько коллективов уже перешли на новую форму оплаты и отработали по ней месяц.